Намасте, Гуруджи. Намасте, Гуруджи. Я бы хотела прочитать стихотворение Руми, его песню. Изначальный язык этого стихотворения — это персидский. И короткий перевод этого стихотворения на английском. Хорошо, там есть английский перевод тоже, да? Да. Я только суть стихотворения прочитаю. Спасибо. Я бы хотела, чтобы после этого мы побыли немножко в тишине, и эти мистические слова могли попасть в сердце. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من سرو خرامان منی ای رونق بستان من چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو و از چشم من بیرون مشو ای مشعل تابان من ای مشعل تابان من هفت آسمان را در برم و از هفت دریا بگذرم هفت آسمان را در برم و از هفت دریا بگذرم چون دلبران بنگری در جان سرگردان من چون دلبران بنگری در جان سرگردان من تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم می کشی پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من تا وا شود چشمان من
ای جان پیش از جانها وی کان پیش از کانها ای آن بیش از آنها ای آن من ای آن من Beloved, your soul merging magically in my soul. Сливается с моей душой, расцветает в саду моего естества. The flame of your torch is roaring. Пламя твоего факела бушует во мне. The light of my seeing. Ты свет моего видения. I fly to seventh sky. Я лечу на седьмое небо. Я пролетаю над седьмым океаном. Только из-за твоего поцелуя моей блуждающей души. Момент, когда ты взял мою руку, моя вера и невера стала моим воротником, как твоим благословением. Твое естество, которое было спрятано во мне, сейчас было проявлено. پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من پوشیده چون جان می روی اندر میان جان من سر به خرامان منی ای مشعل تابان من ای مشعل تابان من From who to who. И это слова от кого к кому. Эти слова ты говорила от отца к сыну? Что ты говорила? Это слова Руми по отношению к его мастеру. И я прочитала эти слова его сыну, то есть тебе. Я могу увидеть это на английском? Да, на английском. Вот то, что ты на английском читала. Вот это, да? Потому что меня это очень затронуло, и я хотел... From the saint's heart, you know, he's saying,
потому что эти слова пришли из сердца святого. Он говорит: «Возлюбленный, твоя душа волшебным образом сливается с моей душой, расцветает в саду моего бытия, пламя твоего факела бушует во мне, ты есть свет моего видения, я лечу на седьмое небо, пролетаю над седьмым океаном, только из-за твоего поцелуя моей блуждающей души. В момент, когда ты взял меня за руку, моя невера и вера стала моими рабами, и величие твоего лица, мой Спаситель, с твоей милостью я есть сама, я есть мое истинное Я. И это теперь стало проявлено. Розы просто расцвели, увидев твою красоту. Нарциссы опьянели, когда посмотрели в твои глаза. Моя любовь, одна секунда, и ты берешь меня в священный огонь. И следующая секунда, и прохлада твоего сердца приводит меня к конечному свету, и так, чтобы я смогла утвердиться в этом видении, ты есть душа существования, ты есть присутствие до присутствия, ты даже до самого создания. И этот мир не есть мой дом. И поэтому нет страха покинуть это тело. Поскольку этот мир не есть мой дом, то нет страха покинуть это тело. Нет желания даже попасть в рай. Мое единственное желание — это слиться с тобой. Мое единственное желание — это слиться с тобой, моя любовь. Потому что ты есть свет моего видения. Кто пишет и говорит такое? И к кому? Откуда эти слова приходят? И к кому? Для кого? Что-то говорит эти слова, и где-то они услышаны. Разве ты не там? Не твоя личность, а ты разве не там? Где ты есть больше? В произношении или в слушании этих слов? Или там и там? Мне интересно. Кто исключил тебя? Спасибо. Спасибо. Я могу оставить это себе? Намасте, добро пожаловать всем на сатсанг сегодня. И я сейчас хочу поприветствовать также всех, кто присоединился к нам в трансляции. Эта технология, чудесная услуга, позволяет нам делиться этим всем вместе, вне зависимости от того, где вы находитесь в мире. Мы видим, что технология может быть чудесным,
чем-то чудесным, а также чем-то не очень чудесным. Но в этом выражении она чудесна, потому что она позволяет многим нашим друзьям со всего мира сидеть вместе с нами здесь, в Ришикеше. Спасибо всем. Прежде чем мы завершили вчерашний сатсанг, кто-то говорил, я не знаю, есть ли по-прежнему у этой девушки по-прежнему этот вопрос внутри, и хочет ли она продолжить. Если нет, то не обязательно мы можем начать со свежей страницы сегодня. Да, мне кажется, она подходит сейчас. Thank you, спасибо, Гуруджи. Спасибо, спасибо. Where will we begin today? На чем, где мы начнем сегодня? We're going to start fresh, not as a leftover from yesterday. Мы начнем со свежей страницы, не с того момента, где мы закончили вчера. Вчера уже ушло. Начнем вот с этого момента сейчас. Дай мне свежее прочтение вот этого момента сейчас, а не как окончание чего-то, что уже прошло. А вот это мгновение сейчас, которое не привязано ни к чему другому. Это возможно? Да. Хорошо. Спасибо. Я здесь только для Бога. Я здесь только для Бога. Хорошо. Все, что я хочу, это служить Богу. И это молитва святого Франциска. «Сделай меня сильной в своей любви, но с тех пор, как я встретила тебя, благодаря милости Бога, я больше не хочу никакого меня». И впервые, когда я так глубоко была благословлена в Монте-Сахаджи, я увидела твою цитату, которая говорила: «Перевари себя, и потом Он, кто есть твое истинное Я, сможет начать Его работу в мире». И я настолько была поглощена этим, потому что она не сказала начать Его работу в тебе. И, по-моему, это впервые, когда я почувствовала вот это вот отсутствие «я», вот эту пустоту, ничего, ничего, нет тебя, ничего не делая. Итак, и я пришла попросить Твоей милости, чтобы это «я» исчезло и убралось с пути. Убралось с пути чего? Просто проверяю, просто спрашиваю. Может быть, это сложное, слишком сложное. Всего того, что блокирует. Блокирует что? Видение. Все то, что блокирует видение моего истинного бытия, истинного «я». Убеждение в отдельное «я», вот именно это, похоже, блокирует настоящее видение. Кажется так.
Не знаю, может быть, это что-то слишком сложное, мы можем что-то другое попробовать. Потому что вот когда ты говорила, я хотел кое-что сказать. Вот, вот это нет меня, потому что ты сказала, что позволь мне быть слугой тебя, а потом ты исправила и сказала, я даже не хочу, чтобы там было я, которое что-то делает. Чтобы даже я там не действовала как слуга, чтобы даже там этого меня не было. Я хочу знать, это просто красивые слова. Или какое у тебя там истинное желание за этими словами? Что ты действительно имеешь в виду? Сегодня я спрашиваю, чего ты действительно хочешь? Ты имея в виду... Вчера мы говорили, да? Мы говорили о том, кто это вот я, которое что-то хочет или не хочет. Вот это истинное «я», у которого есть желание чего-то, или желание от чего-то избавиться, или это чувство вот личности? Можешь ли ты различать, кто действительно хочет чего-то? Я знаю, что это не те слова, которые мы обычно используем в повседневной жизни, и я здесь на самом деле ищу, пытаюсь понять, кто здесь действительно сейчас говорит, потому что часто мы говорим «я», и, конечно, это «я», «я же говорю», но здесь мы действительно смотрим на то, тот, кто действительно говорит, и тот, что говорится, можно ли это наблюдать. И мне интереснее найти того, кто может воспринимать вот того, кто говорит эти слова, и являются ли они одним и тем же, или они разные. Я сейчас рискую, в самую суть запрыгиваю, потому что я не хочу говорить вот с этим чувством персоны, которую мы все равно скоро будем трансцендировать. Если мы говорим «нет личности», и ты остаешься как какая-то личность, которая говорит, что нет личности, то мы тогда ни к чему не придем. Я не хочу двигаться ни в каком направлении, которое будет увеличивать сложность и какой-то шум. Я хочу посмотреть, насколько простыми мы можем здесь оставаться. Такая детская еда, детский язык. Что мы можем здесь сказать? Можем ли мы говорить на таким детским языком, при этом не теряя силы? Чего ты действительно хочешь? Я хочу быть пустой. Я хочу быть ничем. Everybody wish for something. Все хотят чего-то. Почему ты хочешь ничего? Я просто проверяю. Потому что все хотят чего-то. А почему ты хочешь ничто? Потому что это все, что есть для меня. Ты хочешь сказать, что ты это уже попробовала? У меня были проблески во время приглашения. Чувства. Вот о такой пространственности, умиротворенности. Да-да, это вот то, к чему мы вчера пришли. Да-да, я помню. Потому что ты говорила в результате слушания приглашения, все идеи, они стали куда-то уходить, и все, что осталось, это ничего. И вот в этом ничто, в этой ничтойности и ничего не осталось. И мы сказали, что вот в этом ничто, неожиданно, мы нашли, что там была любовь. Вот в этом пустотном пространстве, и также радость, и тишина. Я прав? Да, да. Так что это ничто, не что-то, как черная дыра, а вот когда как будто бы вот в этом ощущение пустотности, неожиданно мы чувствуем себя дома и в умиротворении, и счастливыми. И тебе нужно было что-то делать, чтобы оказаться в этой пустоте? Нет, нет.
Слава Богу! Я всю мою жизнь был отделателем, да. Слава Богу! И вот ты здесь, пустота, и там нет разочарования, и ты не разочарована. Пусто, пусто, пусто. И вдруг ты что-то находишь там. Один человек, один комедиант рассказывал историю, что вот они были настолько бедными, когда они росли, что на Рождество отец принес ему подарок. И он открыл эту коробку, подарок, а внутри ничего не было. И отец сказал, это невидимый человек. Вот твой подарок — это невидимый человек. И мальчик, ему было 6 или 7, он говорит, ух ты, папа, это фантастика. И мальчик сказал, я играл с этим 3 недели, я игрался с этим человеком-невидимкой, пока его брат не спрятал его. Видишь, сила воображения. Мой отец подарил мне невидимого человека, я с ним играл. Самая фантастическая игра. Я с ним играл 3 недели, пока мой брат не спрятал его где-то. И я его не смог его найти. Мы можем так делать, не так ли? Ты пришла к месту пустоты. И в этой пустоте я сказал, ты воображаешь что-то? Ты сказала, нет. Но каким-то образом есть здесь покой и радость. Я спросил тебя, ты создала это? Ты сказала, я ничего тут не создавала. Я только обнаружила. Покой и радость здесь. И сейчас вот это переживание, ты говоришь, что оно было или то, что оно есть. Когда я слушаю приглашение, это произошло, это было мое переживание. Это было или есть? Продолжается ли оно или нет? Оно приходит и уходит, приходит и уходит. Пустота, состояние приходит и уходит. Что-то возникает, и это наблюдается. Тогда что-то наблюдается, что-то возникает. То, что возникает, это пустота. Есть разные способы, как ты можешь ответить на этот вопрос. Это от тебя зависит. Ты говоришь, что-то возникает, они возникают в этой пустоте, да, и они уходят из этой пустоты, да. Да, они возникают, играют и возвращаются. Возвращаются, откуда бы они ни пришли. Уходит ли пустота? Пустота куда-то двигается, когда что-то приходит? Нет. Нет. Но сегодня по-другому. Сегодня пустота ушла. Нет. Хорошо. Если пустота не ушла, тогда также тишина, также пришла ли она и ушла? Покой пришел и ушел куда-то? Нет. Нет. Поэтому чего тогда ты еще хочешь? Я просто проверяю. Я хочу быть свободной. Что ж, давай просто посмотрим. Я не думаю, что ты где-то далеко от свободы. Я знаю, где ты находишься, я просто говорю. Все возникает, что бы ни приходило, хорошее или плохое, оно приходит и уходит в пустом пространстве. Потому что если бы не было пространства для того, чтобы они появились, они бы не могли прийти. Не так ли? Поэтому они пришли. Они пришли в качестве ощущений, мыслей, это пришло и ушло. Ты была расстроена, когда что-то пришло и ушло? Нет. Нет. Потому что пустота, она была так приятна для тебя, она никуда не ушла. Так, чтобы ты могла пережить, что все пришло и ушло. Оно пришло и ушло в самой пустоте. Это правда или нет? Да. Тогда я спрашиваю тебя, чего еще ты хочешь? В чем проблема? Если ты видишь, что, что бы это ни было, приходит и уходит. Хорошее ощущение пришло, хорошее ощущение не ушло.
Печальное ощущение, пришло или мысль, оно пришло и ушло. Ты наблюдаешь их приход и уход. Когда они ушли, ты не ушла, ты здесь и наблюдала их уход. Они ничего с тобой не делали. Но иногда мысль приходит, что я потеряла что-то. И если ты веришь в эту мысль, это как будто бы ты притворяешь ее в реальность, это становится твоим переживанием. Если ты не касаешься этого, оно также приходит и уходит. Это имеет какой-то смысл, то, что я говорю? Ты наблюдаешь это, не так ли? Ты просто наблюдаешь этот поток ощущений, мыслей, это приходит и уходит. Это то же самое, что и ты приходишь и уходишь? Нет. Разве это не значительно? Разве это не значительно, что, по крайней мере, ты можешь распознать, что все, что ты воспринимаешь, оно приходит и уходит. Что-то приходит, как кажется, оно остается на какое-то время, но благодаря какой-то силе оно также уходит. Ты замечаешь это? Ты, кто замечаешь это? Ты пришла ли и ушла? Нет. Хорошо. Тогда я еще раз спрошу, какое твое желание прямо сейчас? Осознать мою высшую истину полностью. Разве это не то же самое? Может быть, это то же самое, что это высшая истина, это то же самое, что появляется и исчезает, кроме тебя, который остается. Есть что-то высшее? Мы посмотрим, есть ли что-то высшее. Но разве это не хорошо, что все сладкое или не сладкое приходит и уходит? О, кажется, есть другой видящий, другой воспринимающий, который видит все, но не заинтересован. Не заинтересован. Это пространство восприятия, этот видящий заинтересован в том, что приходит и уходит? Просто вопрос. У него есть какой-то интерес. Он видит, и он может давать всему приходить и уходить, но через какое-то время он... Хорошо. Он видит это, но есть другой видящий, который видит все, который на самом деле не... кажется, не заинтересован ни в чем. Как ты об этом знаешь, что есть другой видящий, если тебя там нет? Я там. Я вижу это. Понимаешь, на самом деле, то, что ты говоришь, это достаточно истинно. Ты говоришь, что есть что-то, хотя ощущение личности, со всеми его идеями, проекциями, воспоминаниями, привязанностями, желаниями и так далее, наблюдаемо, что-то видит это. Я говорю, хорошо, тогда перестань говорить о потоке ощущений, которые наблюдаются. Давай пойдем к тому, кто видит это. Какова среда того, кто видит? Это то же самое, то, что видит. Тоже, но ты говоришь, что он более пространственный, более спокоен там. Я говорю, но почему нет удовлетворенности в этом? Ты говоришь, что... Потому что на самом деле даже этот, как кажется, он какое-то время он вкладывается в то, что он видит. Поэтому сам он также должен быть наблюдаем. Мы теряемся в этом? Нет. Поэтому если даже этот наблюдаем, тогда это доказательство, что есть более глубинное место наблюдения, которое наблюдает даже этого наблюдающего, у которого есть какое-то качество, какой-то интерес. Он также наблюдаем. Ты куда-то сдвинулись в новую позицию, чтобы распознать это? Нет. Тогда что сейчас нужно сделать? Что остается сделать? Что ж, я тебе скажу, что нужно сделать, так сказать. Это вот это вот конечное место, за которым нет больше места, куда идти. Оно просто видит, но оно видит с отстраненностью. Оно не хочет ничего от своего видения. Оно ничего не может сделать с этим видением, но оно не занято этим видением.
оно не заинтересовано в том, что оно видит. Видение, как кажется, просто это часть того, что здесь. Может ли это быть увидено, понято? В этом месте, высшем месте, о котором ты говоришь, есть ли там прогресс какой-то, который еще можно сделать? Нет. Хорошо. Чувствует ли оно себя счастливо или печально? Есть ли у него эти эмоции? Нет. Было ли бы это ответом на твою молитву? Давай просто будем честными. Не пытайся дать мне ответ, который, как думаешь, мне понравится, потому что я поймаю тебя. Понимаешь, просто говори истину, потому что ты пришла за этим. И я знаю, ты пришла за этим, да. Высшая истина, милость привела меня сюда, ничего другое. Не направо смотреть, не налево. Тогда сколько еще нужно пройти? Сколько осталось пройти? В любом случае, давай вернемся к тому, что я тебе говорил. Если ты приходишь к этому уровню распознавания, что остается сделать? Ничего. Что ж, момент. Я бы сказал, что из-за того, что, как кажется, здесь еще есть возможность или какие-то действия возвращаться обратно в форму личности со всеми ее проблемами, я бы сказал, продолжай смотреть, возможно ли это, что из этого пространства, которое не имеет формы в тебе, твоей бесформенности, и в то же время ты знаешь, что ты здесь, возможно ли это на самом деле, что ты, бесформенное пространство, втягиваешься в форму личности, и продолжай смотреть на это, чтобы увидеть, это истина или это воображение. Вот это я хотел бы сказать. Маринуйся в своем понимании, продолжай смотреть и проверять до тех пор, пока возможность игры, заблуждения не исчерпает себя. Это имеет какой-то смысл? Да. А там сзади? Да. Ты понимаешь, что я говорю? Да. Хотя, как кажется, мы подходим к какому-то заключению, в каком-то понимании, что да, что тот, кто видит, это личность, которую мы называем наблюдателем, его среда, она более пространственная, более радостная, более тихая, более счастливая. Но даже здесь это не закончено, потому что все еще остается возможность или потенциал втянуться в форму. И я спрашиваю, что наблюдает это, и каким-то образом более глубинное пространство, как кажется, мы начинаем осознавать это, в этом глубинном месте. Есть ли что-то, что беспокоится? Обеспокоено ли оно чем-то, что возникает в динамическом поле? Нет, нет. Нужно ли ему практиковать быть самим собой? Нет. Что ж, если это истина, это значило бы, что возможность вертянуться в искаженную личность исчерпала себя, закончилась. И в то же время ты говоришь, что на самом деле есть что-то высшее, чем раннее, то, что я сказала. И я хочу сказать, можем ли мы пойти в это более высшее место? Нужно ли нам взбираться куда-то, чтобы пойти туда выше? Нет. Почему? Потому что это выше уже в тебе. Имеет ли это смысл для кого-то, что я говорю, это ли это немного глупо? Это не должно просто иметь смысл в вашей голове. Это настолько должно быть глубже, что на самом деле это стоит глубинного переживания, видения. Это значит, что вы можете постоять с авторитетом своего переживания. Вы не просто повторяете что-то, что вы услышали. Это значит, что то, что я говорю, переварите свое видение. Переварите и усвоите свое видение. Просто вот так. Проверяя снова, пришло ли это из моего ума, или это видение, которое на самом деле растворяет мой замученный ум.
practical looking, isn't it? Это практичное видение, не так ли? Слишком ли это сложно? Может быть, казаться поначалу, потому что мы не привыкли смотреть таким образом в этой жизни, в этом мире. К чему бы человеческое существо не привлекалось, всего лишь несколько задаются таким вопросом. Ни на какой работе ваш нанимающий человек не спросит вас: «Скажи мне что-нибудь о себе. Кто ты?» И ты скажешь: «То, я учился в этом университете, я то-то-то». И потом он спросит: «Ну хорошо, это то, что ты сделал, но кто на самом деле ты?» Какой-нибудь работодатель задавал вам такие вопросы? Понимаете? Вы говорите о своей личности. Но что там за пределами вашей личности? Какой работодатель спросит вас об этом? Поэтому, есть ли какая-то нужда, даже если вы встречаетесь с каким-то человеком, вы женитесь на нем и хотите пожениться, и он просто спрашивает: «Я хочу понять, с кем я женюсь, выхожу замуж». Что ты понял в жизни? Какова суть того, что ты понял в своей жизни? И ты говоришь: «Что ж, я все это сделал, я изучал вот это вот, кто я есть». И он говорит: «Да, но ты же не можешь быть этим, потому что ты осознаешь, это не так ли? Это вот такой муж у тебя будет, или жена такая будет». Кто-то спрашивает у вас вопросы такие? Я не думаю, что у вас кто-то спрашивает об этом. Как вы начали заинтересовываться этими вопросами? Что вы получите от этого? Замешательство, головную боль? Вчера Нирмал пришел и говорил со мной вечером. Он сказал: «Я встречался с международной сангой, и это что-то необычное», — он сказал. «Почему? Скажи мне, что ты там увидел?» Он сказал: «Потому что каким-то образом вибрация была такая потрясающая в груди». Что ты имеешь в виду потрясающая? Взволнованная? Нет, нет. Просто там был какой-то покой. Просто присутствие было в этом. Кто говорит обо всем об этом? Было присутствие, была зрелость, присутствие. Не было никаких споров, просто был разговор, была сила, было присутствие. Откуда это присутствие возникло? Из твоего понимания, которое на опыте. Это не какое-то умственное убеждение, но твое прямое переживание, возникающее из этого исследования, которое тут возникает. Где тебя не просят визуализировать, или представлять, или создавать какие-то проекции. Ты просто обнаруживаешь. То, что ты обнаружила, длится ли это? В конечном счете, то, что ты обнаружила, это что-то, что тебе нужно удерживаться за это. Потому что если ты должна удерживаться за это, в какой-то момент ты увидишь, что у меня больше нет энергии за это держаться, и это ушло. Держишься ли ты за себя в твоем конечном видении, то, что ты обнаружила? Это что-то, что тебе нужно удерживать, что-то, что ты обладаешь, или это то, чем ты являешься? И может ли ум приходить по-прежнему и говорить: «Да, это было весело, но давай вернемся к реальности». Может ли ум прийти и сказать тебе: «Знаешь, ты все это воображаешь, тебе на самом деле нужен я, и ты полностью внутри закрыта». Насколько утверждено твое видение? Это так, что тебе нужно быть очень осторожным, потому что если я не осторожный, то, возможно, я потеряю это. Если у тебя есть такое ощущение, то ты не обнаружила то, что я нашла. Ты не обнаружила то, что я нашла, и я не расстроен этим. Но это значит: пожалуйста, посиди с этим немного побольше и продолжай смотреть, если в тебе есть. Если твои слова истины,
что это реально того, чего ты хочешь. На самом деле, то, чего твое сердце желает, освободиться от психологического обуславливания, от гипноза личностного обуславливания. И сейчас ты переживаешь, что здесь, в моем настоящем видении, я не подвластна проекциям своего ума. Может ли кто-то это подтвердить? Ты не пришла просто, чтобы попросить благословения. Да, да, это происходит. Благословить — это легче. Понимание, настоящее понимание, иногда оно немножечко... Нужно подрутиться для этого, потому что, как я раньше сказал, во всех, как кажется, работают две силы, два типа сил, которые пытаются удержать вас в состоянии личности, только беспокоиться о своем следующем обеде, через то, что вам нужно будет пройти, через кто-то там аренду поднял, и мой друг мне не пишет, и вот вы во все это верите. Только в это. И в то же время есть другая сила внутри нас, которая вдохновляет энергии, которые позволяют идти к свету, к любви. Вот такие силы внутри нас. И по большому счету мы не замечаем и не распознаем это. Но сейчас, когда ты пришла сюда, и ты начинаешь на самом деле смотреть и чувствовать свой рост, свое видение, легкость, покой, который возникает в тебе. Ты углубляешься в своей решимости и говоришь: «Я хочу пойти до конца». И как только это пробуждается в тебе, что ты понимаешь, что это возможно преодолевать эти низшие энергии, и ты начинаешь переживать трансформации, ты переживаешь свою естественную эволюцию в сознании. Тебе никто не нужен, чтобы кто-то продолжал тебя приободрять. Твой результат тебя приободряет. Но, как кажется, в тебе инициируются какие-то энергии, какие-то силы, которые напрямую сопротивляются твоему самообнаружению, как будто в тебе есть сила, которая не хочет, чтобы ты знала это. И не знала, кто ты. Не знала, ты это кто ты. Оно не хочет, чтобы ты знала свою естественную природу, которая прямо здесь. И твое высшее желание свободы. Я не направлю тебя ни в какое направление ради этого, потому что это прямо здесь. Я показываю тебе, где оно, как оно здесь. Как будто бы есть силы, которые хотят тебя закрыть. Возникает какое-то сопротивление, подозрение, суждение, страх, все вот это. То, что ты наблюдаешь и распознаешь их кратковременность, что они нереальны. Они получают некую силу чувства реальности от твоей веры и от отождествленности. И я знаю, что ты не поймешь это за один раз, когда я это говорю, поэтому я прихожу сюда, и я здесь, в Ришикеше, на месяц. Достаточно времени для этого, на самом деле, чтобы выбраться из ограничений, ограниченного поля личности в расширенное, неизмеримое поле бытия, чистое поле бытия. И когда вы это обнаруживаете все больше и больше, чувствуется ли это, как будто бы вы теряете что-то значимое? Я хочу, чтобы вы увидели, что все, что вы держите в своем уме, за какие-то сокровища, когда вы идете за пределы этого, вы увидите, что вы всегда были здесь. Если все убрать из вас, все,
вы по-прежнему всегда здесь. Важно пережить это и подтвердить это, реальность этого. Не какое-то воображение. И потом страх исчезновения, страх смерти оставит вас. Также страх жизни, потому что люди боятся своей жизни так же, не так ли? Страх уйдет. Когда? Вчера я позвал близкую сангу и проверил с ними. Я сказал им: «А вы были со мной несколько лет, что вы с моим учением делаете? Почему должно это требовать 3-4 года? Объясните мне». Я был заинтересован, я вам покажу эту запись, мы это записывали все. Потому что люди говорят: «О, Муджи, знаешь, ты делаешь это таким простым, таким простым». А я спрашиваю: «Если это так просто, почему это тебе так долго требуется времени на это?» Я просто спрашиваю, я никого не тороплю, я никакую комиссию не провожу здесь. Но вы говорите, что вот это вот ради все, ради чего я живу, ради истины. Хорошо, что останавливает тебя? Объясни мне. И потом ты говоришь: «Что ж, мой ум продолжает приходить». Но ты же видишь, что это за ум. Что такое ум? Может ли мне кто-то показать ум? Мозг — это что-то. Что-то там, окрашенный цветочек в вашей голове. Но можете ли мне показать ум? Ум просто обозначает мысль. И мысль, в которую вы верите. Тогда ты говоришь «ум». На самом деле, это не какой-то объект. В любом случае. Нам нужно идти еще дальше с этим? Да. Нет. Ты можешь садиться с тем, что, чем мы поделились, и посмотри, есть ли там твой ум, который говорит: «Ну, я по-прежнему еще что-то не понимаю, мне еще куда-то нужно прийти». И откуда это приходит? Из сердца или из твоего... из головы, потому что твой ум все время будет отправлять тебя в какие-то путешествия. Ты настолько близко уже подошла, так близко. Ты так близко к бесконечности. А, наверное, ты немножко снаружи стоишь от этой бесконечности. Вам действительно нужно начать вплотную смотреть на то, что вы говорите, и проверить, действительно ли это так, потому что иначе мы просто занимаемся сбором информации, еще информации, и мы можем начать гордиться той информацией, которую мы собрали. Но здесь это не про информацию, здесь про прямое переживание. И я не прошу вас быть такими креативными, творческими с этим, потому что некоторые люди могут сказать: «Но у меня нет артистичных способностей, поэтому я не говорю вам быть креативными». Но просто смотрите, каждый может смотреть. Даже слепой человек может посмотреть на то, о чем мы говорим. Даже физически слепой человек может сказать: «Да, я вижу это, но с чем?» Чем они могут это увидеть? Вот с этими плотскими глазами? Нет. Со своим пониманием и интеллектом это можно увидеть. И этого достаточно. Этого достаточно. Нам не нужно это превращать в какой-то цирк. Этого достаточно. Но если вы будете продолжать отправлять это в ум, этого будет никогда недостаточно, потому что желудок ума, он никогда не наполнен. Это ужасно. Он никогда не наполнен. Извините мой плохой английский. Я остановлюсь здесь. Муджи, спаси мою жизнь, помоги мне, Бог. Я думал, это уже случилось. Я думал, уже достаточно этого случилось. Нет, я здесь сейчас. Ты говоришь, это как будто кто-то
тонет в море, и мы на лодке подплываем и достаем человека из моря, и он говорит: «Спаси меня, но мы же достаточно уже, мы достали тебя из моря?» «Нет, мы достаточно уже поговорили, сейчас просто вытрись и выпей чаю». Я серьезно говорю, распознай свою трансцендентность, если мы будем по-прежнему говорить, что «я по-прежнему тону». Я не могу поверить в это, потому что я знаю, что это не про то, что тебе нужно еще больше слов. Здесь просто что-то больше верит в твои привычки и думания, чем в доказательство того, что ты увидела. Пожалуйста, посмотри на это снова. Спасибо за твою милость. Спасибо. Получи это сначала, а потом поблагодаришь. Ты тот второй был, который за ней стоял, да? Вчера там нереально что-то ощущалось такое. Но сегодня это у тебя по-прежнему там есть что-то горячее? Ну хорошо. Thank you, master. Thank you. Спасибо, мастер. It's always hot. It's what happens? Это it's always там hot. It's always всегда, hot. Оно всегда where? Горячее. Because где? Потому что right оно здесь. Now. Вот прямо сейчас. Thank you. Спасибо. So much. Спасибо большое. Столько любви, благодарности. Ты просто даешь это. Я не знаю, как ты это делаешь. Прежде чем мы продолжим, у меня сейчас что-то пришло на ум. Я могу поделиться с вами? Потому что у вас может быть впечатление, что у вас есть вопрос, на который вам нужен ответ. Возможно, у вас в голове какой-то крутится вопрос, горит просто. И если вы держитесь за этот вопрос, вот, тогда вы не сможете слушать то, что я сейчас буду говорить. Вы будете просто ждать, чтобы я вас вызвал. Но я могу даже ответить на вас, на ваш вопрос, когда я говорю с кем-то другим. Но в вас по-прежнему будет что-то говорить. Нет, но ты должен меня выбрать. Ты для него ответил, но можешь ли ты для меня ответить? Это ум делает это. Пожалуйста, запишите свой вопрос, держите его в кармане, не держите его в уме. Поэтому я говорю, если у кого-то есть два вопроса, я говорю, нет, дайте мне только один вопрос, потому что если у вас два вопроса, пока я отвечаю на ваш первый вопрос, вы будете держаться за второй вопрос и не будете слышать, о чем я говорю. Вы знаете это так. И смотрите, наблюдайте, это ваш ум, и он будет вас обманывать. Закрывая ваши уши, пока вы пытаетесь вспомнить, какой у вас там второй вопрос. Это все здесь для вас. Все здесь для вас. У вас может быть какое-то любимое зеркало, но все зеркала будут отображать ваше лицо. Можете представить себе, что... Кто-то, кому нужно стереть какой-то крем с лица, говорит, вот в этом зеркале, нет-нет-нет, в это зеркало мне не подходит, мне нужно мое зеркало. Потому что, и я говорю об этом, потому что я отношусь к вам не как ваш ум, а как ваше сознание. И вы потом увидите, что ваш ум — это тоже есть одно целое, но пока вы это не видите. Когда вы начнете видеть с точки зрения сознания, то вы увидите, что здесь есть все одно целое. Right now, master, прямо сейчас, учитель, all sounds, все звуки, reporting, all они reason, рапортуют like все момент, причины,
Только этот момент. Я пытаюсь, помоги мне. Причина в том, что я не могу ничего отчетливо увидеть, но ты можешь все видеть. Ведь весь свет заходит, звук заходит. Это вот как пьеса, игра двойственности. Но вот прямо сейчас это происходит перед тобой в этом безмерном пространстве. Это вот как кадр за кадром, как будто кино. Но это просто кадр. Никто не может воспринимать двойственность правильно, пока они не открыли свое единство. Никто не может воспринимать и положиться на свое двойственное восприятие, пока они не обнаружили свое единство, единство себя. Вы не можете оценивать двойственность, пока вы оперируете в двойственном мышлении. Тот, кто понимает, увидит. Нету внутри и снаружи. Оно только вот здесь начинается и идет во всех направлениях. И пространство, оно просто здесь. Оно никуда не уходит и не приходит. Оно всегда здесь. И вот это пространство, это оно что, о котором ты говоришь? Оно бесформенное. Его невозможно увидеть, прикоснуться. А ты есть что? Я наблюдаю это тоже. Как будто я один, одно целое с этим. Но как будто что-то наблюдает за этим тоже. Оно отличается от этого пространства? Нет, оно как будто одно целое. Но по-прежнему это как точка, источник. Я не знаю, как это назвать. Один... Оно воспринимает каждую мысль. Там нет ума, только мысль. Мысль приходит, она воспринимается и исчезает. Есть ли у него какие-то проблемы? Нет, нет проблем, нет вопросов, там нет «я». Там никто не задает никаких вопросов. Но немножко какой-то интерес там остается. Там что-то возникает и исчезает. Какие-то переживания. Мысли просто приходят и уходят. Они не остаются надолго. Но сейчас как будто они ловят меня. Вот, например, когда я говорю, вот когда говорение не происходит, тогда каждый раз там вот это переживание. Что-то вот здесь, вот что-то ощущает вот это пространство. И когда говорение происходит, внезапно мысли появляются, потому что когда я озвучиваю свои мысли, постепенно они создают такую тень. Нет, не обязательно. Не обязательно. Только вот когда вот так, когда говорение, когда за тем, кто говорит, есть личность, они принимают какую-то форму. Да, но даже когда что-то принимает форму, оно не влияет на бесформенное. Да, оно всегда там. Да, вот просто... Но вот это самопространство, оно не дробится. И вот то, что сейчас здесь говорится, что каким-то образом ощущение идентичности, оно как будто мешает вот этому беспрерывной вещи. Даже сказать, что вот чувство себя беспрерывно, это тоже не совсем правильно. Оно просто есть. В глубоком сне нету переживания вот этого. Вот когда засыпаешь и просыпаешься, или вот во сне, что происходит? Там нету переживания вот этого, там ничего. Просто засыпаешь и просыпаешься. Так что ты говоришь, что в пробужденном состоянии
есть осознанное восприятие вот этого, а в глубоком сне нет осознанного восприятия этого. И причина в том, что ты чувствуешь, когда ты бодрствуешь, ты чувствуешь, что ты отделен от этого. Там есть какая-то тонкая вещь. Но на самом деле там нет никакого перерыва. Спишь ты или не спишь, или бодрствуешь, или смотришь сны. Я не знаю, сколько, кто из вас сможет понять то, о чем я говорю. Да, когда вы спите, вы говорите, и когда вы просыпаетесь, вы воспринимаете это, я говорю, а кто говорит сейчас об этом? Это как будто ум, сознание говорит от лица вот этого сознания. Но если у вас есть ощущение, что там есть что-то отдельное от Абсолюта, которое комментирует об этом, то тогда я предложу вам посмотреть на это. Я не знаю, слишком ли я далеко зашел в этом, если вы остаетесь живыми со мной в этом. Потому что я здесь не для того, чтобы обмениваться какими-то концепциями или развлекать ум какими-то духовными концепциями. Это должно быть как вот пища во рту, а не просто меню. Если вы голодны, я не могу вам просто меню дать. Если человек действительно голоден, и он пришел к вам, и вы даете ему самое красивое меню, это будет недостаточно. Вы должны дать ему еду. Если вы действительно испытываете жажду к этому, то мне нужно дать вам что-то, что утолит вашу жажду. Ваше отношение должно быть вот таким. Если вы пришли сюда за духовным знанием или для того, чтобы научиться, как быть гуру, вы не туда пришли. Если вы пришли, потому что внутри что-то, внутри ощущает, что я не знаю, что здесь происходит, что я что-то чувствую, внутри что-то происходит, то тогда я приветствую вас. Это вот как будто из этого я прихожу в это. Вот сейчас я говорю как это. Итак, и у меня есть одна просьба, учитель. Вот когда я остаюсь в этом, автоматически, вот сначала присутствие, и там нету мыслей, нет меня, нет проблемы с присутствием. Будь осторожен, что мы не начинаем говорить об этом. Не нужно об этом говорить, потому что ум очень любит это. И тогда вы начинаете говорить, что для меня ничего больше не существует, нет тебя. Нет, пожалуйста, не говорите об этом. Это очень раздражает, когда люди об этом говорят. Вот как Рамакришна давал пример. Если вы пустую бутылку выбросите в реку, то она будет вот так булькать, и когда она будет наполнена, она пойдет на дно в полной тишине. Не будьте вот такой булькающими. Оставайтесь на дне в тишине. Хорошо, учитель, я буду в тишине. Ты на все мои вопросы отвечаешь. Я буду оставаться в тишине, я буду просто буду приходить на каждый сатсанг, оставаться в тишине. Это вот как лед, который в воде растаял. Я хочу просто быть этим. А просто оставайся в этом, пока усилие оставаться в этом не отпадет. И тогда ты поймешь, что я просто воображал, что здесь есть что-то, что должно оставаться. А потом ты увидишь, что я есть то, что просто есть. Но тем не менее, этот опыт нужно попробовать. Вот оставаться в этом, в этой пьесе. В это должна быть ваша решимость. Я все, что я попробовал, оно меня выводит, уводит от этого. А здесь я чувствую, что я как будто растворяюсь в этом. Когда ум и намерение куда-то уходят наружу, у вас ощущение, что вы тоже куда-то ушли. Но мудрость внутри говорит, что даже если намерение, внимание ушло наружу, я внутри остаюсь. Это очень спонтанно происходит. Поэтому я говорю, оставайся в тишине. И я не имею в виду вот так в тишине, я имею в виду,
оставайтесь в тишине. Не давайте уму задачу рекламировать вот чувство себя. Я могу прийти, приехать в Мантасахаджу и остаться? Нет, не нужно меня вот так ловить в моменте. Я уже говорил раньше, что Мантасахаджа, она для всех, но просто не для всех одновременно, потому что у нас недостаточно места. Да, я слышу тебя, и, конечно, мы можем свериться с Шри, вот она сейчас здесь, и мы можем посмотреть, когда это может быть возможно. Конечно, я буду рад тебя снова увидеть. Спасибо, учитель, спасибо, спасибо. Могу я подойти и увидеть твои глаза? Это просто просьба. А ты оттуда не можешь увидеть? Я впервые, когда увидел твои глаза в интернете, и я понял, что он знает это, его глаза говорят, что он знает это. Вот поэтому просто просьба. Если я просто здесь, то где это? Потому что в этот момент я не знаю, случится ли это физически. Но видишь, если ты подойдешь сюда и посмотришь в глаза, и что-то произойдет, то тогда очень много людей захотят сделать то же самое, и у меня будут большие проблемы. Просто просьба. Давай посмотрим, что произойдет. Вот сейчас. Поговори со Шри. Спасибо, учитель. Вчера я пошел гулять, потому что я всего 4 часа спал. Я почувствовал, что мне надо пойти прогуляться. Вот слишком много риса и чапати, и мне нужно пойти прогуляться. Я был настолько уставшим, и я даже не хотел уже идти, и в итоге мы снова оказались в ресторане. Не нужно мне было этого говорить. Ну, неважно, мы в ресторане. И там оказалось все хорошо. И мы начали говорить. Муджи, ты бы мог? Мы могли бы поговорить о твоих любимых вопросах про снотворное. Это такие вопросы, когда кто-то приходит и говорит: «Муджи, ты мог бы мне немножко про кундалини рассказать? Моя кундалини перешла от третьей чакры к четвертой чакре». И кто-то приходит и говорит: «Гуруджи, у меня такое сильное желание, если бы мы могли... Вот я Кока-Колу привез, и вот свежий кокос, и у меня две трубочки здесь. Можем мы вместе распить его? Или я кушаю, и кто-то палец засовывает в мою чатни, И говорит: «Гуруджи, можно я тебя покормлю?» Я говорю: «Не тот палец». Вот это вот так было. И, конечно, мне нужно немножко времени на развлечения. Я вот говорил, со своим другом: «Можем ли мы немножко повеселиться вот так?» Потому что в ресторане все смотрели, вот нам было весело. Но я нашел новый способ, когда люди подходят и говорят: «Гуруджи, пожалуйста, ты бы мог к моему затылку прикоснуться?» Я говорю: «Ты знаешь, поговори со Шри». И с тех пор у меня очень много времени высвободилось. Так что это не мое свободное время теперь, это мое Шри-время теперь. Моя жизнь очень сильно улучшилась с тех пор, как Шри появилась.
Because my English is not so good. Мой английский не такой хороший, я хотел бы... Переводчик-то идет. Спасибо вам. समस्त भूभाग से आए हुए मेरे प्रिय भाई बहन माता पिता तुल्य उनको सादर नमन गुरुजी मेरे अंदर दो एक प्रश्न हैं एक प्रश्न भी है और एक डाउट भी है You better be good at translating all this stuff. Both. Тебе лучше это перевести. He's saying he's Он говорит, он преподносит тебе пранам, то, что он приехал в Индию, за то, что другие братья и сестры приехали в Индию. У него есть вопрос, какие-то сомнения есть, и он хотел бы поделиться этим. His doubt is what is greater. Его сомнение в том, что больше, религия или служение? Религия или служение? Сева. Религия или сева? Karuna, kindness. What is bigger, kindness or religion? Это значит доброта. Что больше, доброта или религия? Здесь не должно быть никакой разницы. Доброта должна быть также. Доброта также должна быть и внутри религии. Я не думаю, что какая-то религия исключает доброту. Ты понимаешь, что я говорю? Пожалуйста, скажи ему на хинди. Да, я понимаю. Тогда твой вопрос такой, что больше, сева или религия? И я не вижу различий, потому что религия должна также учить о доброте, сострадании, терпению, мудрости, любви, любящей доброте, если хочешь так сказать, всему этому, тишине. Все это должно быть включено в любую религию. Любая большая религия говорит одно и то же. Есть причина, по которой ты говоришь особенно о доброте? Между знанием и добротой, чему нам нужно уделять больше внимания? Yeah, I understand. Yes, he says he understands what he's listening. Он говорит, что он понимает, что он слушает в наушниках перевод, и он спрашивает, что выше, доброта или знание? То ж, я буду использовать джняна, это значит чистое знание. Это не просто информационное знание, интуитивное знание. Знание, которое возникает в качестве чистого переживания. Я бы сказал, что это больше, потому что оно включает в себя доброту также. Потому что доброта может не включать в себя это знание, но это знание включает в себя доброту. Поэтому я говорю, что больше из этого чистое знание. Чистое знание — это то, на что указывается на самом деле. Эти указатели возникают из чистого знания, из чистой джняна-йоги. Для того, чтобы прояснить, дайте я кое-что скажу. Как будто Шри Рамана Махарши, он сказал, что все хорошие качества проявляются сами собой, в пробужденном уме. Поэтому не то, чтобы их нужно одно за другим развивать. Это на самом деле доказывает то, что я говорю. Чистое понимание пробуждается внутри твоего сердца, возникает из этого
ты становишься более добрым, более мягким, потому что если ты осознаешь, что что такое твое истинное «Я», ты видишь, что это то же самое истинное «Я» в каждой форме. Поэтому, очевидно, ты если добр к себе, ты будешь добр к себе и в другой форме. Ты увидишь это на самом деле. И вот почему жизнь, динамическая жизнь разнообразности очень важна, потому что в этой поле эта жняна, которая, как ты думаешь, понял внутри, она будет на самом деле проверена. Если ты говоришь, что внутри только чистая любовь, но снаружи ты... Я говорю тогда, но это тогда не соответствует. То, что ты говоришь, и то, что ты понял, оно отрицается в твоих действиях. Я говорю, что когда ты приходишь к полному пониманию, где эгоистическое эго преодолено, сейчас только чистая жняна. И тогда из этого места ты видишь, что больше доброты возникает, больше совместимости, больше эмпатии, больше милости, больше любви. Все это начинает приходить. И это очень хорошо. Потому что если ты видишь, что кто-то, кто говорит о доброте, но не выказывает доброту, тогда ты только добр на словах, но не на делах. Это только из эгоистической отрежденности, когда у тебя может возникнуть такие искажения. Из эго ты можешь говорить столько всего прекрасного, но в своих действиях ты это отрицаешь, потому что это только из эго приходит. Но когда это осознанно внутри твоего сердца, тогда твое тело будет служить тому, что ты понял внутри своего сердца. То, что ты понял только в своей голове, может быть, это твое тело не будет демонстрировать, что это понимание на самом деле пронизывает твое бытие. Гуруджи, абхи так мене деха, эсе кафи лог хэн, जो जिनके अंदर ज्ञान तो है लेकिन लेकिन जो उनका ज्ञान है वो उनके व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता है he's seen a lot of people who have lot он видит множество людей, у которых много знаний, но когда они говорят или двигаются, он не видит, что их знания на практике применимы. तो तब से मेरे पेरेंट्स ने अभी तक ये सिखाया कि the mercy is the finest human quality. It is greatest blessing. Yes. It blesses both giver and receiver. The fruit of real knowledge. Результат настоящего знания и настоящего духовного понимания. Результат этого — это не слова. Это не информация. Результат духа — это любовь, покой и понимание, сострадание, открытость. Понимаешь? Как говорится, любовь, она добра, она не гордится, она не помнит зла, всегда надеется, всегда ободряет. Но не то, что ты говоришь что-то одно, а делаешь что-то другое, тогда твои знания не истинны. И это хорошо, что мы говорим об этом, потому что некоторые люди чувствуют, что знание — это что-то, что у вас в голове, но оно отрицается в ваших выражениях. Кто-то может быть очень добр, очень любящим, но не обязательно, что у него много знаний. И кто-то может быть очень обладать многими знаниями, но не быть добрым или сострадательным. Кто из них более истинный? У нас есть это понимание, не так ли? То есть, сострадающий, он как получающий и отдающий. Он говорит, что доброта... Кто-то вот там, это ты?
Муджи, ты позволил мне стать бесстрашным. На сатсанге мой ум не исчез, твой ум не исчез. Хорошо. Но то, что произошло, это то, что когда я тут сижу, я не могу даже избегать какого-то видения. Я вижу, как... Я ловлю себя... Я ловлю себя на том, как я отождествляюсь, например, с какими-то страхами, и я чувствую, как сознание входит в меня. Когда, до того, как сознание вошло, где оно было? Только иллюзия может возникнуть с помощью сознания. Я хочу понять, говорим ли мы с тобой ли мы на одной странице, когда мы говорим сознание. Без сознания ты даже не можешь говорить ложь, неправду. Ум не может функционировать. Я говорю о том, что сам ум не может функционировать без ума, без сознания. Это также аспекты сознания. Давай это держать проще. Можем ли мы пойти в чистое место из того, что ты говоришь? Чего ты хочешь сейчас? Я хочу быть безусильной любовью. Love itself is effortless. Сама любовь безусильна. Но тот, кто хочет любить, он, кажется, прилагает усилия. And this one, и вот этот, if it itself is fluctuating, the one, если он сам по себе колеблется, тот, кто хочет безусильной любовью, может быть, в другое время он не хочет быть безусильной любовью. Он, может быть, не видит результата этой любви. Он хочет чего-то другого. Это не очень положительно. Нельзя положиться на эту точку зрения. Когда мы свободны от этой психологической отождествленности, тогда любовь течет безусильно. Любовь не может быть дана тому, кто сам по себе нестабилен, это что-то меньшее, меньший компонент. Любви не нужен тот, кто хочет любить. Она здесь, несмотря на это, но потому что столько важности отдано отрезвленности. Сегодня я хочу быть безусильно любить, а завтра ты скажешь, мне должны давать что-то, какое-то мне преимущество должно быть, если я так безусильно любви. Мы просим из ложного места. Мы просим из того места, как мы себя сейчас чувствуем. Может возникнуть из какого-то эмоционального места, что-то говорит, что я хочу безусильно любить. Но если это придет, то кто это говорит, я хочу безусильно любить, он может сказать, нет, я на самом деле имел в виду некую безусильную любовь себя постоянно. Нельзя доверять этому. И я пытаюсь добраться... Я пытаюсь сказать, что вот тот, кто думает обо всем об этом, факт в том, что он наблюдается. И когда это распознается в тебе, что это что-то, что распознается, что ты больше, чем этот наблюдающий, чем то, что ты наблюдаешь. И обрати внимание на это, то, что наблюдает того, кто говорит, что я хочу это, видит его нестабильность, тогда каким-то образом кажущаяся реальность его существования начинает растворяться.
И когда это уходит с пути, ты видишь, что любовь, безусильная любовь — это то, что присутствует здесь. Но я не могу дать безусильную любовь тому, кто говорит, что я хочу безусильную любовь сегодня, а завтра он говорит что-то другое. Он говорит, что нет, я не хочу безусильную любовь, я хочу чудеса делать, хочу людей контролировать. Просто на это нельзя положиться, и мы живем так долго. Понимаешь? Доверять тому, что самому по себе нельзя доверить. Когда ты видишь, что тот, кем ты себя считал раньше, ты ему не отдаешь этому больше внимания, и раскрывается более глубинное место. Оставайся в этом более глубинном, потому что в этом более глубинном месте там среда, обстановка, она более постоянна, чем среда этой иллюзорной личности. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь правду. Помоги мне углубиться в этом истинном месте. Но если ты можешь распознать это значит, ты уже там. Ты там, чтобы распознать, что это правда. И сейчас, чему бы я тебя призвал, просто посидеть с этим и сказать, как мне оставаться здесь? Может быть, ощущение возникает, да, я вижу, что я здесь сейчас, я не хочу уходить из этого места. И продолжай подтверждать эти вот голоса, как мне оставаться здесь. На самом деле, они истинны, или есть больше факт, что я здесь, и что-то задается вопросом, вот это вот «я есть здесь». Это какая-то практика или распознавание? Вот о чем я говорю. Это продолжает развиваться. И я хочу сказать, почему я говорю так, потому что я говорю, когда я рос, я не очень-то хорошо, я не очень хорошо мыслил что-то. Я не читал много книг. Если вы видели меня с книгой, это потому что там картинки были, мне нравятся картинки. Я не был таким, кто думал и ходил эту природу истинного «я». Нет, это не был я. На самом деле, когда некое первое пробуждение произошло, я просто знал, что это Бог. Я не думал, я просто знал это в своем сердце. И несколько лет все, что я мог сделать, это сидеть в тишине. И люди приходили, просто сидели, как кажется, они были счастливы. Какая-то энергия приходила, чтобы просто так посмотреть, оглянуться. И потом иногда моя голова просто останавливалась. Я не намеревался остановить свою голову, но она просто останавливалась, и как будто бы я смотрел, и какая-то энергия, она через мои глаза, она останавливалась, и потом обратно двигалась. Я просто наблюдал это, что-то наблюдал, и это замечал. И я чувствовал, что это просто божественная энергия все это делает, потому что не было намерения. Я не любил смотреть глаза людям, потому что как будто бы я смотрел кому-то в глаза, я чувствовал, и я прятал что-то. Но тогда что-то просто начинало смотреть и сканировать, то не было никакого-то личностного контроля в этом, просто так происходило. Я просто сидел с людьми, я даже их не приглашал, они просто приходили. И потом в какой-то момент люди начали приходить и задавать мне вопросы о сознании, о самоисследовании, и, Боже, я помолился, «Отец, ты всех этих людей направил, я не знаю, что им сказать. Ты справляйся с ними». И вскоре после этого какая-то способность возникла. Когда вопрос возникал, я мог видеть ответ. Не как какие-то слова, я мог видеть ответ, как видение внутри меня самого, вот как все это сейчас происходит. Потому что даже будучи с Пападжи все это время, он не учил напрямую самоисследованию, он применял самоисследование. И я раньше говорил, что, будучи у стоп своего мастера, я не учился многому, но я менялся много. Вот почему сейчас я могу сказать вам, если вы не понимаете, что я говорю, если вы не понимаете слова, все в порядке сейчас.
Но обратите внимание просто на свои ощущения. Не на то, что ваш ум говорит о ваших ощущениях, но на просто свое чистое чувство, потому что милость заботится о вас, я знаю об этом. Но когда это происходит, когда это начало происходить, тогда я начал видеть, что слова начали приходить, и как я говорю, что Пападжи не учил самому исследованию. И посмотрите, я сам обычный был. Стало ясно, что что-то... Может быть, из-за того, что я жил на Западе, западный ум такой очень сложный, и что-то показывало, как из этого выходить. Но я не был заинтересован в долгих разговорах. Я больше мог сказать, что... Кто-то мне говорил, я хочу найти это. Я показывал просто на это. У меня не было никаких карт, никаких философий. Если ты голоден, ешь. Если жаждешь, пей. Устал, спи. Я не делал никаких философий из этого. Вот что я говорю. Я не заинтересован в каких-то больших аналитических действиях. Нет, я не доверяю этому. Давай очень просто говорить. И истина очень проста. Но искатель истины, он запутанный. Поэтому, когда мы входим в запутанность, я хочу избегать этого и найти попроще путь. И простой путь, он всегда работает лучше. Сложный путь — это просто мы входим в голову, и становится шумно. Но простые вещи, они входят в сердце их распознает, и сразу же это несет свои плоды. Практически вчера я делал самоисследование, и я был в состоянии страха, и я посмотрел, и я увидел, что что-то пытается защитить себя. И я увидел, что там не нужно защищаться. Но я по-прежнему был в таком очень состоянии умственной деятельности. И видишь, ты говоришь это, то, что ты был в этом состоянии. И я задаю тебе вопрос. Вот это вот состояние, вот этой какой-то турбулентности в твоем ментальном состоянии, это тоже наблюдаемо, видишь? У меня нет много каких-то 15 вещей, которые я хочу вам сказать. Я говорю тебе, ты наблюдал это или нет? И вот это вот упрямство, оно просто из привычки приходит. Когда ты говоришь, вот это вот все происходило, я говорю, нет-нет-нет, вот эта вот тряска происходила. Но я говорил тебе, ты был в состоянии оставаться в осознавании этого без того, чтобы включаться в это. И что-то начинает распознавать. Конечно, это настолько просто. И иногда люди говорят, я не думал, что ты так просто об этом говоришь. Я думал, что это вот что-то сложное, а это очень просто. Вот это, итак, вот этот шум, вот эта вот тряска в голове. Люди говорят, ну, я схожу с ума. Но я говорю, нет, посмотри, это ум просто ведет себя, как будто он сходит с ума. Но ты же можешь наблюдать за этим, да? И я говорю, ты можешь за этим наблюдать? Ты говоришь, да. Я говорю, да, слава Богу, тогда мы можем поработать с этим вместе. И я говорю, ну, у нас всего 10 минут осталось. Потому что если ты будешь все время какие-то защиты создавать, и я говорю тебе, ты можешь увидеть, что вот эти все защиты, это просто то, что у тебя в уме происходит, и ты тоже можешь за этим наблюдать. Если ты можешь это увидеть, то тогда все остальное становится... просто очень простым, все более и более простым. И постепенно вся эта суперструктура твоего мышления, такого заблуждения, она просто рассыпется. И она будет пытаться снова воссоздать себя, но ты увидишь, что это просто... ее разоблачили, она больше не сможет тебя обмануть. Даже маленькие шаги, даже хороший маленький шажочек ты сделаешь, ты увидишь, насколько ты, твое сознание возвысится. Я не говорю вам, что вам нужно прийти и сидеть со мной 6 месяцев. Я от этого бы чувствовал себя как в ловушке. Я просто говорю, слушайте настолько, насколько вы можете сейчас услышать, и применяйте то, что вы услышали. И доверьтесь этому. И увидимся завтра. Я посмотрю на вас завтра.
если вы говорите «нет, не сегодня, у меня нет времени на это». Нет. Хорошо, тогда давайте посмотрим на того, кто будет воспользоваться моими подсказками, потому что это настолько просто и настолько прямо, это все для вас. Я говорю, это дерево, которое приносит фрукты, плоды сразу. Поэтому я не говорю вам, что приходите через 3 месяца. Если вы сегодня, уже сегодня это поймете, то ваша жизнь поменяется сразу, она станет ярче, более пространственной. Это не просто удача. Это просто немножко наставлений и много милости с вами. Не нужно полагаться на свой ум. Здесь просто много милости для вас. Но если вы будете продолжать, «Ну, я не чувствую этого», «Пожалуйста, просто прикоснись к моей голове». «Да, я трогаю тебя за голову». «Нет, пожалуйста, можешь еще раз это сделать». «Нет, все, все, извини, мне это неинтересно, точка». Но если вы говорите, и я здесь не для того, чтобы с интеллектуалами только разговаривать, я здесь, это работает для каждого. Это достаточно просто. Я даю время, потому что мы не привыкли вот к такому самоисследованию, поэтому для этого нужно какое-то время, потому что мне тоже для этого понадобилось какое-то время. На это ушло какое-то время. Вначале я пытался, чтобы кто-то мне рассказывал, вот как эта женщина сидела с Пападжи однажды утром и говорила, и она говорила: «Пападжи, Пападжи, спасибо, спасибо». И я говорю: «А за что она его благодарит?» И она говорит: «Я поняла, поняла». И я говорю: «А что она поняла?» И все такие: «А что она поняла?» Но она говорит: «Мы сегодня утром на кухне сидели, мой муж принес мне мюсли». И я говорю: «Нет, я хочу попкорн». И он говорит: «А почему бы тебе не попнуться, как этот попкорн?» И тогда я поняла это. Я думаю: «Ага, может быть, это дело в попкорне». И вот ваш ум будет вот такие вещи пробовать. Потому что он будет думать: вот если я вот доберусь до вот этого попкорна и вот этого обезжиренного молока, вот ваш ум будет пытаться вот такие штуки делать. Вы можете попробовать и увидеть, что это не работает. Вот ваш ум вот так будет играть с вами. Вам нужно привыкнуть к тому, как ваш ум играет с вами. И вам просто из правильного места нужно увидеть это все. Я не выпускаю вас просто такими дикими. Я говорю: вот чуть-чуть попробуйте вот это. Потому что ваше истинное «я», оно не прячется. Видите? Это как будто вы не замечаете очевидного. Оно всегда здесь, оно больше здесь, чем ваша текущая идея про себя. Однажды эти идеи, они уйдут. Надеюсь, что скоро. И вы будете наслаждаться своим отсутствием просто прекрасно. Отсутствие идей о том, кто вы есть. Это очень такие простые вещи. Никто никогда не обнаружил истинное «я» и при этом был разочарован. О, Боже, нет! Вот это все пространство теперь, о, Боже мой! Вся эта любовь! Это вся любовь! Почему они не разочарованы? Потому что это что-то абсолютно естественное. Вам не нужно идти и создавать любовь. Вы и есть любовь. Предположим, я прочитаю вот из этой... с этой бумажки. Сейчас пока присядь, я тебе кое-что прочту. Вот это письмо вашей душе. Я взял это. Возлюбленный, твоя душа волшебным образом сливается с моей душой и расцветает в саду моего естества. Пламя твоего факела
горит во мне. Ты есть свет моего видения. Я лечу на седьмое небо, пролетая над седьмым океаном, только благодаря твоему поцелую моей блуждающей души. В момент, когда ты взял меня за руку, вера и невера стали моими рабами. Величие твоего лица есть мой Спаситель. С твоей милостью я есть истинное Я, твое бытие, которое было спрятано во мне, теперь проявилось. Розы расцвели, увидев твою красоту. Нарциссы опьянели, заглядывая в твои глаза. Моя любовь, одна секунда, ты берешь меня в священный огонь, и в следующей секунде, и в прохладу своего сердца, ты берешь меня в конечный свет, для того, чтобы я мог утвердиться в этом видении. Ты есть душа существования. Ты есть присутствие до присутствия. Ты до самого создания мироздания. И поскольку этот мир не есть мой дом, то нет страха покинуть это тело. Нет желания даже быть в раю. Мое единственное желание — это слиться с тобой. Мое единственное желание — слиться с тобой, моя любовь. Ты есть свет моего видения. Кому написано это письмо и эти слова? Это тому, кто живет в вашем сердце. И эти слова, они написаны от того, тем, кто живет в вашем сердце. Ваш ум говорит, нет, это не для меня. Это не для меня. Thank you for today. Спасибо на сегодня. Thank you for today. Спасибо на сегодня. You are not going to be more real tomorrow. Завтра вы не станете более реальными. You weren't less real yesterday. И вчера вы не были менее реальными. Но старый сон продолжается. Когда я читаю эти слова, я вижу вас. И это то, почему я сейчас могу смотреть вам в глаза. Когда-то я не мог. Но Бог дал мне глаза, чтобы увидеть Его в ваших сердцах. И теперь я не боюсь вас. Спасибо. Each one is being kissed from inside. Каждый из вас получает поцелуй изнутри.
Что-то внутри хочет убежать. Но это не вы. Какое-то время этот голос будет влиять, будет держать вас. Но этот голос не был первоначально с вами. Он пришел после вас. И то, что мы есть, существовало даже до того, как этот мир был создан. И сатсанг — это возможность действительно пробудиться в этом распознавании, без того, чтобы использовать свой ум или воображение. Эта форма однажды уйдет. Но тот, кто живет внутри этой формы, он не может уйти, он ощущается везде. И он пришел, чтобы сказать вам: «Вы есть Я». Ом намах шивая. Да благословит вас Бог. Аллилуйя. Спасибо. Хорошо.
writings in fire, those writings of fire, they pacify people. We must also fight like Arjuna in our love and care. Paul's teachings are his leading. So many people walk around in this fluffy idea. There's evil in the world. We must have the courage to stand against that. I mean, this is maybe just my role, as I've seen. Thank you for your work. Oh, God.